сіздерін назарларыңызға азаматтық авиацияның жағдайы және ИКАО талаптарын шеңберінде оны одан әрі дамыту келешегі туралы ақпарат ұсынуға рұқсат етіңіздер. Қазіргі таңда азаматтық авиация саласында министрлік тарапынан бірқатар жұмыстар атқарылып жатыр. Атқарылған жұмыстар нәтижесі бойынша азаматтық авиация саласының жағдайына тоқталып өтсек. Өткен жыл бойында қазақстандық авиакомпаниялармен 5 миллион жолаушылар тасымалданды, ал республикалық әуежайлар 10 миллион жуық адамға қызмет көрсетілді. 2012 жылға салыстырғанда осы көрсеткіштер 9%-ға өсті. 2013 жылы азаматтық авиация саласының Қазақстан экономикасына қосқан үлесі 320 миллиард теңгені құрайды. Позвольте на следующем слайде мне представить отраслевой свот-анализ. На данном слайде можно увидеть сильные стороны. Это ежегодный рост пассажиропотока на 10%. Это либерализация на внутреннем рынке прошедшая. Это национальный авиаперевозчик, который сегодня имеет современный парк воздушных судов. А также нельзя не сказать об инвестировании со стороны государства в модернизацию инфраструктуры аэропортов и государственной программы субсидирования авиаперевоза, которая работает уже достаточно продолжительное время. Слабые стороны – недостаточный уровень надзора за безопасностью полетов и ограничение полетов в ЕС. И в этом отношении я буду рассказывать дальше в презентации, как эти все проблемы сегодня решаются. Износ инфраструктуры аэропортов, устаревший парк воздушных судов на авиационных работах, низкий уровень развития транзитных перевозок, недостаток квалифицированных кадров. А также имеются возможности с точки зрения развития транзитного потенциала и угрозы, которые на данном слайде указаны. В первую очередь я хотел бы сказать о состоянии по улучшению безопасности полетов. Принятые меры позволили нам в рамках вот того договора, который подписан между Министерством транспорта и коммуникации и ИКАО сотрудниками по подготовке коалиционной комиссии, проведена достаточно такая большая работа, в результате которой принят закон и внесены 80 поправок, в том числе 69 поправок по вопросам безопасности полетов. И в декабре 2013 года, Сергей Кузьминович, утверждено 33 нормативно-правовых акта, которые просто необходимы были для, так будем говорить, законодательной базы по безопасности полетов. А структура Комитета гражданской авиации по требованию ИКАО была приведена в соответствующий порядок, увеличен штат с 54 до 65. Необходимо еще продолжать увеличивать количество работников, и мы в этом отношении сейчас работаем. Из вот этих 65 работников КГА 40 инспекторов сегодня определены как государственные инспектора согласно закону, и им, согласно указу президента Республики Казахстан, предполагается и уже выплачивается повышенная зарплата, которая сегодня позволила набрать настоящих профессионалов со знанием английского языка, с профессиональным образованием по именно тем авиационным работам, которыми они сегодня занимаются. Данные коллеги уже провели работу по ресертификации совместно с сотрудниками ИКАО. В результате ресертифицировано 60 компаний, из которых сегодня 8 прекратили свое существование, отозваны были сертификаты, приостановлено было 4 компании. Сейчас с ними продолжается работа с тем, чтобы они либо выполнили требования, либо, если не выполнят требования, то, конечно же, прекратят свое существование. Эту работу мы будем продолжать активно. И в этом году, в 2014 году, буквально недавно в Брюсселе была поездка Министерства транспорта и коммуникации совместно с Air Astana, проговаривали все вопросы с непосредственно уполномоченными людьми с Еврокомиссии, которые работают по транспорту. И по их словам, сегодня, уважаемый Сергей Кузьминович, есть определенный прогресс в развитии по безопасности. И мы надеемся, что вот все
возложенные задачи по выходу из черного списка, мы сможем урегулировать совместно с усилиями и работников ИКАО, и Комитета гражданской авиации. И, конечно же, здесь нельзя не сказать то, что огромное участие и заключается в том, что и непосредственно компании сами должны прорабатывать все вопросы по безопасности. Также большая работа проводилась по реконструкции взлетных полос. По поручению главы государства в прошлом году в Таразе и в Талдыкургане были приведены взлетные полосы в надлежащий порядок и согласно международных требований, сегодня уже принимают борта в данные воздушные гавани. Что касается Уральска Петропавловска, то сейчас завершаются все документы, точнее подготовительные документы, касаемые ТЭО, ПСД, и к строительному сезону мы ожидаем, что эти все документы будут, начнется строительство как в Уральске, так и в Петропавловске. С точки зрения терминальной составляющей, то для развития терминалов аэропортов сегодня создан единый оператор по управлению аэропортами в партнерстве со Swissport. Проведена работа по разработке стратегии данного аэропортового холдинга совместно с Lufthansa Consulting. И в целом работа данного единого оператора будет направлена на адаптирование и внедрение мировой практики управления, на соответствие международных стандартов безопасности, на создание интермодально-транспортного хаба, в том числе в городе Астана. И, конечно же, будет направлено на развитие транзитного потенциала. Эта работа позволит нам увеличить транзитный потенциал, как показано на графике, в разы к 2030 году. Инфраструктура региональных аэродромов предполагается модернизировать согласно государственной программе, которая утверждена 13 января главой государства. 16 аэродромов предполагается на карте как раз показано модернизировать. Сейчас местные исполнительные органы продолжают разрабатывать ТЭО. И обращаясь и пользуясь случаем, я хотел бы сказать, чтобы Сергей Дмитриевич, вы дали еще поручение с тем, чтобы максимально короткие сроки эти ТЭО были готовы местными исполнительными органами. С точки зрения обновления парка воздушных судов, с 1 января 2013 года приостановлена деятельность воздушных судов советского производства, не отвечающих требованиям ИКАО. Приобретение самолетов было на уровне 13 единиц в прошлом году. И вот в текущем году планируется еще 14 единиц докупить. На регулярных перевозках в результате воздушных судов западного производства сегодня составило, так будем, процентное соотношение 84%. Средний возраст самолетов Air Astana 6 лет составил, Аската 17,1 года. И в дальнейшем покупка самолетов будет осуществляться в вот тех вот параметра, который указан на слайде, 61 воздушное судно предполагается западного производства купить до 2020 года, а также до проведения экспо 45 единиц. Это стало возможным после пролонгации режима беспошлинного ввоза. Уважаемый Сергей Дмитриевич, вы с коллегами, премьер-министром России, премьер-министром Беларуси приняли это решение, и сейчас мы можем благодаря этой пролонгации вот такое количество самолетов купить до 2019 года. По малой авиации, по вашему поручению, Сергей Дмитриевич, провели мы совещание со всеми заинтересованными сторонами. Для нас четко стало понятно, что необходим лизинг. В этой связи финансовые институты Казагрофинанс и БРК Лизинг для реализации программы лизинга соответствующие программы имеют и будут поддерживать как авиакомпании, так и производителей. Причем есть такая программа по субсидированию ставки вознаграждения по лизингу, которую они готовы применять по отношению к таковым субъектам. Также очень важно то, что субсидирование внутриобластных маршрутов до 2020 года сегодня определено в размере 4 миллиардов тенге, и это уже в государственной программе транспортной инфраструктуры прописано, что позволит осуществлять те рейсы и позволит малую авиацию именно где-то поставить, точнее возродить малую авиацию. В целях развития внутреннего рынка сегодня необходимо сказать о том, что отменен тендер на распределение внутренних маршрутов и проведена либерализация.
Основным из решений, а точнее из результатов данной либерализации является то, что, во-первых, количество рейсов увеличилось достаточно разительно, и на графике это видно. По Казахстану на 20% увеличилось количество рейсов, в Алматы 17 рейсов, Астана 19, в Актюбе 30% рейсов. И еще на такие конкурентные маршруты стоимость билетов сократилась на 30%, например, между Астаной и Алматой. Что касается либерализации международных перевозок, то для того, чтобы провести либерализацию на данном секторе достаточно конкурентно, мы пригласили международную консалтинговую организацию Advanced Logistics Group, которая провела в целом изыскание по поводу, каким образом мы можем в Казахстане проводить либерализацию. По их мнению и по мнению в целом авиационной отрасли необходимо проводить поэтапную либерализацию. Здесь этапы конкретно показаны. Почему поэтапную? Потому что есть положительные примеры: Турция, Германия, Франция, где была положительная либерализация, и в результате национальные операторы сохранились, и в целом авиационная отрасль на сегодняшний момент достаточно неплохо функционирует. В то же время были и учтены вот при разработке поэтапной либерализации такие быстрые либерализации в других странах, где в результате вот такого резкого перехода к либерализации, так называемого открытого неба, национальные перевозчики просто были обанкрочены, и вот такая вот ситуация сегодня имеет место в Австралии, Венгрии, в некоторых других странах. Поэтому мы выбрали для в целом дальнейшей либерализации именно поэтапную либерализацию. Очень важна во всех отраслях, а особенно в авиации, подготовка квалифицированных кадров. По поручению Серикмеш в Академии гражданской авиации мы внедрили международные стандарты, подписали партнерство с летной школой «Патрия» в Финляндии, выделили те средства, которые необходимы для Минобразования для укрепления материально-технической базы в размере 1,7 миллиарда тенге. И надеемся, что данная академия уже в 2015 году будет готовить технический персонал по европейским стандартам на том оборудовании, которое закупится в рамках вот этого бюджетного года. Учебные центры, которые необходимы в целом для того, чтобы и повышать квалификацию, и работать непосредственно с профессионалами, которые сегодня требуют постоянно пополнения своих знаний, необходимо, и создан единственный в Средней Азии субрегиональный учебный центр, причем при взаимодействии с ИКАО по авиационной безопасности. Он имеет возможность обучения и силовых структур Республики Казахстан в рамках подготовки к Экспо. Также в 2014 году мы планируем отраслевой учебный центр по международным стандартам создать на базе РГП «Казахстанская навигация». Все подготовительные работы проводятся. В результате предполагается повышение уровня безопасности полетов, снятие ограничений на полеты казахстанских авиакомпаний в Евросоюз, количество внутренних рейсов увеличится на 50% к 2017 году, количество международных маршрутов увеличится в 1,5 раза, а 100% реконструкция аэропорта во всех областных центрах к 2018 году, рост пассажиропотоков на 70% к 2020 году, увеличение транзитных рейсов с посадкой в аэропортах к 2020 году в 2 раза. И к 2020 году мы будем готовить кадровый состав исключительно по международным стандартам, уже в том числе и в Казахстане. Спасибо за внимание.